из прошлых моих видео, вы знаете, что шофер у нас был очень плохой, плохо очень водил машину, не совершенно... Вот, гляньте, он мне рукой показывает и говорит: да подожди ты, я тут перехожу дорогу, стой ты. Видите, какие? С телефоном в руках, на машины внимания не обращаем. То есть мы, водители, должны обращать внимание вообще на всех. И на прохожих, и на вот этих коров, которые стоят и лежат на везде вообще, на всех дорогах. Ну и тут надо в Индии быть просто асом, понимаете? Просто вот асом, потому что тут просто вот кошмарный, что творится. Так что вы помните из моих прошлых видео, что шофер у нас был очень плохой, он разбил мне машину. Кстати, никто не оплатил мне эту трещину, которую вот на бампере он мне сделал. Так его и уволили, хотя надо было как бы у него из зарплаты вычесть. Ну, видите, здесь так все считают, что они бедные, они несчастные, поэтому мы как бы не должны их наказывать. Хотя это его вина. Если он профессиональный шофер, он должен, естественно, контролировать ситуацию. Это не моя проблема, что он не умеет водить машину. Если он ее не умеет водить, зачем он вообще нанимался быть шофером и работать, естественно. Ух ты. Ну, а что мне делать, Ян? С этой стороны, справа у меня машина. И этот дебил лезет. Вот куда деваться? Вот скажи мне, пожалуйста. Я видела, конечно, прекрасно. Ну, так у меня места не было. Ты же видишь, как они водят. Это тоже. Смотри, они все едут вот тебе на перерез. Повстречно. Я вообще в шоке, блин. Откуда только берутся такие уроды, блин. Я же тебе почему и говорю, почему я не люблю в этот маркет приезжать. Потому что тут ужас ужасный, Ян. Тут просто водить невозможно. Поэтому папа волнуется за тебя. Потому что знает, как здесь водят люди. Переживает. Почему ты, Ян, не даешь самой водить машину? А что мне делать? Вот объясните мне, пожалуйста. Я же не могу тебя везде возить. Еще эти коровы на всех главных дорогах стоят. Ну, вы посмотрите, они кучкуются от дождя. Прошел дождик, и им вот здесь вот на дороге, получается, их как обдувает ветром от машин. А по краям дорог как бы мокренько, наверное. И поэтому они там сидеть не хотят на земле. Земля же долго сохнет, а асфальт сохнет быстрее. И вот они здесь лежат. А куда деваться водителю, вообще непонятно. Коров вообще стало столько в городе, просто какой-то ужас. Невозможно машину вести. Эти тоже все едут по встречной. Я вообще не пойму, как они так ездят. Выскакивают вот откуда хотят просто люди. То есть ты едешь по дороге, ты реально не знаешь, кто и откуда вот выскочит в данную секунду. Нужно иметь просто вот 4 глаза. Смотреть не только по бокам, по сторонам, а еще и сзади, и спереди нужен какой-то глаз. Вот так выглядят пустые дороги в Индии. Как приятно ехать по такой дороге. Но это уже вот такое место, переход из одного района в другой. Непопулярное место, скажем так. То есть здесь есть жилые дома, но поэтому пусто. И магазинов. Магазинов тоже здесь нет никаких. Там, где, конечно, вот всякие разные магазины, такие основные маркеты, там, конечно, народу побольше. Ну, а здесь вот парки, стадионы. Здесь вот справа тоже огромные магазины золота. Ну, это, конечно, более такие крутые магазины. Кстати, там, где я была, он тоже второй этаж строит. Говорит, пришла бы, потом поснимала. Ну, это когда будет, поэтому я решила все-таки поснимать уже сейчас. Говорю, я пока первый этаж поснимаю. Ну, а потом, когда вы откроетесь... О, да, чуть не стукнули человека. Яна сидит в шоке. Да. Я еще хуже вожу, чем ты, Ян. Да. Да, видишь? А папа переживает за тебя. Зря он переживает за тебя. Да, папа не знает, что мама лихачка большая, а Яна пока водит осторожно. Вот, смотри, Ян, слева. Вот мы уже и приехали. Кстати, недалеко ехать. Меня тетя Люна спрашивает. Вот, смотри, ваби-саби. Вот. Да. Видишь? Все. Все, мы приехали. А где надо парковаться, слушайте? Я вот не пойму. Давай дальше немножко припаркуемся. Да, но это...
Ну, посмотрим. Бан, пойди, поедем. Мол, мол под носом, Ян. Там у нас и Макдональдс, там у нас все есть. Здесь очень много еды. Вот это Лапинос Пиза, это тоже вот пиццерия. Но пицца больше такая, как домашняя. Не как вот эти типичные Доминос и Пиза Хат. Больше вот именно как я готовлю дома. Вот такой же вот вкус. Вот наш Ваби Саби. Japanese ресторан, китайский ресторан. Ну, заходи, девушка, заходи. Дверь такая страшная, какая-то грязная вообще. Ну, мы с вами уже здесь были. Я помню тогда еще вот. Смотри, Ян, вот этот концепт. Ты видишь, тебе ничего не напоминает? Нет? Как в Дели мы были, немножко такие стены яркие тоже, с фотографиями. Когда мы там были, в китайском ресторане. В прошлый раз мы сидели на той стороне, opposite side. Теперь вот на этой. Ну, тогда был вечер, конечно, когда мы были. Толком и не рассмотрели. Днем, конечно, здесь более приятнее. Ночью было как-то здесь слишком темно. Еще и нам свет отключили. Да, мы вообще без света здесь сидели в конце. Поэтому нам вообще было весело. Поэтому так... Темненько было, а сейчас так смотри, вот все горит, лампочки, вот этот красный свет. Вот это, кстати, повар мальчик подошел к нам, объяснил нам все, потому что мы тут ничего не понимаем. Тут такие вот названия, в которых я, например, ну ничего не понимаю. Я вот только вот суши, из этих всех слов я понимаю суши. Мы хотели вот конкретно суши, а вот это то, что яки, тори, яки, закана, я не понимаю. Мы захотели... Ну, посмотрим. Мы хотели суши с креветками. Посмотрим. Ну, Яна себе заказала вот рамен такой, типа, жидкий. И что еще мы заказали, Ян? Что-то курица какая-то была. Да, какую-то курицу тоже он посоветовал. Сказал, что она популярная и вкусная. Ну, а больше я как бы ничего не могу здесь понять. Ну, вот здесь вот какие-то сэндвичи. Потом вот... Здесь вот тоже чиз, машрум, грибы с сыром. Ну, грибы с сыром мы и дома можем поесть. Нам хотелось, конечно, чего-то такого. Вот это драгон чикан, вот эти вот дракон, курица, дракон. Там еще есть вегетарианские. Вот это я ела, это тоже вкусно. Но я ела вегетарианские. Вот есть тоже драконовый фиш. Дракон, фиш темпура. Вот это мы ели в прошлый раз, вообще не понравилось. Без приправ, без перца. Такой в белой муке просто было обжарено. Ну, в общем, вот это фиш темпура мы в прошлый раз ели, нам вообще не понравилось. В общем, ну и мы там что-то вегетарианское тоже заказывали, Ян, там было что-то непонятное. Угу. Даже есть вот суши вегетарианские с паниром, ну вот с сыром, с картошкой. Ну а с чем вегетарианские? Не просто ж сыр, не просто ж с рисом. Там же based on рис будет. Поэтому что-то вот сыр или картошку, или какие-то овощи. Это все вот вегетарианские какие-то. Я не знаю, Ян, по названиям я вообще не ориентируюсь. Это надо все пробовать и запоминать. Вкусно, невкусно. Что именно? Какое название было? Ну вот я на что-то посмотрела, сразу панир, вот это гьоза. Она говорит, это вот как наши вареники или момошки. Только в интернете надо все смотреть, вот эти названия. Нам принесли первое блюдо. Это роллы с креветками. Нет, там внутри тоже есть креветки. Это просто для украшения они сделали. Смотри, васаби. Это вот рамен твой, Яночка, с курицей. А, здесь было с яйцом, но мы поменяли на курицу. Большая тарелка. Ну, как тебе? Роллы с креветками нам понравились. Неплохие. Но вот рамен, не знаю. Надо попробовать. Там с курочкой есть, я тоже хочу попробовать. Нам дали тарелочки, вот можно туда все это пересыпать. Говорит, Яна говорит, жирная, выглядит очень жирным.
Да? Что они там жарили, интересно? Почему такое жирное? Не нравится? Говорит, плохо пахнет. А как пахнет плохо? Что именно плохо пахнет? Невкусно? Невкусно? Говорит, невкусно. Курицу попробуй. Ну что, плохо? Невкусно, говорит. В общем, мясо я все съела, причем оболочку убрала в то, в чем в кляре обжаривали. Такое ощущение, что они жарят все в одном масле, и еда пропитана вот этим вкусом горелого масла пережаренного. И вот это все плавает, масло поверху как бы. Ну, то есть, нет, не понравилось. Ну, суши неплохие. Можно вот из-за суши только вот можно сюда прийти. Неплохие, я она тоже ела. Ну вот одно блюдо у нас еще осталось. Ну вот принесли нам еще одно блюдо. По виду неплохое. Надеюсь, что и вкус будет неплохой. Мы, конечно, так палочками умеем есть хорошо. Еле-еле стараемся, в общем, все равно есть палочками. Ну, не знаю, они так, я смотрю, вот девочек из Кореи, они так круто едят палочками, слушайте, это просто обалдеть. Ну как, тоже окей. Ну, говорит, неплохо, но прям вкусным не назовешь. Соус, говорит, много соуса очень. Да, мы что-то заказывали тоже попить. Да нет, я попробовала выпить без него, оно туда в трубочку просасывается, Ян. Тут такие, как же... как шарики такие желейные, не знаю, мне как-то не нравится почему-то. В общем, еда, если честно, так себе, но вот суши, и только из-за суши стоит прийти в этот ресторан. Но соуса действительно прям очень много, прям много-много-много. Видите, как мы едим палочками, прям. У меня не получается. Ты хорошо ешь? Ну, я не хорошо, но стараюсь. Мы же в китайском ресторане, значит, надо есть палочками. Да, да. Вот как надо есть палочками, вот, верхней частью. Вот, вот, получилось. Я уже оплатила все это удовольствие. Нам стоило 1120. Ну, 1120. Немало. Яна, мы довольны? Да. Да? Ну, я бы не сказала, что да, довольны, но довольны на 20%. Только вот суши нам понравились. Пойдем дальше. Ну, какой вывод мы делаем, выходя из этого ресторана? Индийцы все готовят на индийский манер. То есть то, что мы, допустим, ели в Дели, в китайском ресторане, это, конечно, все было небо и земля. Там был минимум масла, ну, все как положено. То есть у китайцев все это больше вареное. А здесь они вот прям сначала его обжаривают, а потом уже все это обваривают в жидкости, и получается много масла плавает вверху, и вкус вот этого жареного масла очень неприятный, который во рту. Но только лишь из-за суши можно сюда прийти, вот только лишь из-за суши, все. Остальное вот до сих пор, вот в прошлый раз мы пришли, тоже как бы ничего не понравилось. И этот раз тоже пришли, как бы только вот суши понравилось. Поэтому если и сюда приходить, вот если захочется суши. Суши у нас нет, поэтому иногда буду приходить сюда, чтобы вот попробовать чисто суши, чтобы отвести охотку, так сказать, потому что суши у нас здесь вообще нет. Поэтому хотя бы, ну, в Райпуре, Ян, Райпур это Райпур. В Райпур из-за суши в Райпур не поедешь, поэтому иногда мне так вот хочется сильно, знаете, ну и прийти немножко, как я уже сказала, охоту сбить. Ну что, поедем дальше? Ну что, в кино пойдем или как? Говори быстро. Нет, ты скажи. На занятия пойдешь или как? Вот, то смотри,
Но на 6 часов. Сейчас только 4. А в океане? В море погуляем, не? Не хочешь? Что? 2 часа это тоже 2 часа гулять в море это долго. А. Если бы мы были голодные, мы бы посидели, где-то что-то поели, а так мы не голодные, поэтому как бы 2 часа шляться по молу нет. А фильм на 6 часов. Ну, значит, на Тюшины едем. Значит, на дополнительные занятия едем. Решено. Вот мы сейчас проезжали мимо одного кафе. Он хоть и вегетарианский, но Яна говорит, там очень вкусные всякие моктейли и кофе. Прям вот вкусно-вкусно. Пицца, но там не было места. Вот я говорю, в такие рестораны и нужно пытаться вталкиваться, где нет места. Да, говорит, как итальянская пицца и очень вкусно. Потому что вот именно в таких вот ресторанах и не бывает места. Вот где захочешь, ресторан пустой. Там, значит, еда плохая. И в итоге мы поедем. Как бы немного заплатили, но все равно, знаете, может быть, вам покажется немного, но для Индии 1120 это как бы немало. Если учитывать то, что половину мы оставили, порции вы тоже видели, как бы. Порции очень маленькие, ничего особенного. 1000 для таких вот блюд это как бы много. Перец во рту, честно вот скажу, ощущение неприятное, язык у меня горит, то есть вот масло и перец, то есть очень была жареная еда. Ну, чем дальше мы едем, тем больше мы понимаем, что вряд ли мы, наверное, туда придем даже из-за суши, потому что какой-то послевкусие, да, Яна говорит, вайб тоже был не очень, и вот послевкусие именно вот в животе как-то неприятно, слишком жирно, и прям, знаете, вот прям чувствуется, что вот приятно себя чувствуешь, тяжело, вот тяжело в животе, то есть еда, она должна быть приятной, чтобы после того, как ты поел, тебе от нее не было плохо, а нам сейчас, походу, становится плохо от этого всего пережаренного масла, поэтому делаем выводы и больше туда не ходим. Вот у нас любимый ресторан на Нигеру-Нагар это Бесил. Бесил это вот базилик в переводе. Вот я говорю Янке, туда нам надо было идти. Спокойно бы поели, да и все. Вот этот Никсон так старался меня обогнать. Прям заскочил передо мной. Думает, сейчас я тут разгонюсь. Я же говорю, куда ты разгонишься в нашем Бурсе? Тут коровы по обоим сторонам лежат. Ну не сможешь ты проехать, не сможешь. И зря ты так спешил. Вот едь просто за ним, за вот этой бетонной мешалкой, молча. И все, и наслаждайся дорогой. Да. Ну хорошо. Тогда и я поехала. Но здесь уже и дорога пошире, я не коровник. Ты же должна понимать. А здесь уже рыбный рынок. Начался уже вечер. Пока мы приехали, и уже надо